Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Дровивка. И у меня тут немножко был маленький перерыв. На 2 дня получился. У меня тут были проблемы с интернетом. И вот сейчас как бы все нормально. И у меня... Сейчас стабильный интернет стал. И... Теперь я хочу это кое-что вам сейчас рассказать, как раз насчет кланов. Сегодняшняя тема как бы этого ролика будет, стоит ли вступать в кланы, или можно самому спокойненько играть, как бы и не париться. Сразу скажу как. Значит, если у вас есть лишние деньги, и вы вкладываете в игрушки периодически в разные, и в эту тоже, то, конечно, нет. Какой вам смысл в клане быть, в принципе? У вас так все как бы куплено, ну, можно купить. Но если человеку, допустим, хотя тут есть один клан, он на первом месте состоит, но там просто на все донатят, короче, если вы не вкладываете деньги, то да, надо вступать в клан, желательно, потому что сейчас вам скажу, 2 секунды, 0-1, 0-2. Или 1800 кубков, да? Здесь, ладно, 7 доберем. Так, сейчас тогда тут. Ну, скилл у меня стоит стандартный. Ну, как стандартный? В тот раз у меня здесь стоял этот, как его, апперкот. А я теперь поставил куб. И что тут у нас, сколько стоит? 6. Блин, не хватает. Не хватает. Блин, вот всегда не хватает. И тут 6, блин. Так, ладно, а тут что? Тут сколько стоит? Все, посмотрим. Так, тут 4, блин, 4, пожалуйста. 11 уже. Ну да, еще до хрена, правда. Ну ладно. Так, возвращаемся обратно к теме кланов. Значит, когда вы вступаете в клан, если вы там... Блин, нормально, чуваки уже начали. Надо мне помогать. А у меня ноль, ёлки-моталки. Короче, к чему я? Когда вы донатите к клану, сейчас я не буду донатить, просто вам покажу сначала. Есть, значит, первого уровня вещи давиться при окончании сезона. Здесь 3, как бы, из них может быть необычный и обычный. Потом второй идет, это 800 плюс донат уже. Тут 7, ну тут то же самое, как бы, и 7 из этих может попасться либо необычные, либо обычные. Третий уровень, здесь уже 12 идет. Как видите, да, разница? 7 и 12 уже. Не в 2 раза, конечно, но 12 штук уже. Опять разделяется на все, то есть не разделяется, а каждому дается по 12 штук соклановцу. Здесь 1700 уже, ну здесь тоже, короче, то же самое, 12, короче, повторяется, вот, а здесь уже круто, получается, 4, это 3700, здесь 15, во-первых, каждому дается, плюс здесь есть, как перчатки могут попасть, обычные и необычные, так еще, может быть, это маска какая-нибудь появится, типа, ну, тут обычная, и шанс получить омегу, это типа спонсор, короче, тоже вообще суперская тема. Так, и самый последний, 5-й, это 7500 донатов. 24 штуки дают каждому. И то же самое, тут и обычные, необычные перчатки, или обычные эти, как его, обмундирование на голову. И тоже шанс получить какую-нибудь спонсорскую фигню. Ну, не фигню, а штучку. Так вот, мы в этот раз, короче, получилось у нас 7900 у нас получилось. То есть вообще супер просто. И вот что я получил из этого ящика. Значит, ну, это у меня уже была 6-я, но вот одна дюат появился. Необычно, потом смотрите, со звездочками. Фига себе, вот это круто, да? Я такой даже еще не пользовался, сейчас надо будет посмотреть, как это. Потом очень много перчаток от Меги. Вот апперкот появился быстродействующий, тоже классно. Сколько у меня тут? Не, я ничего пока не трачу, не буду. Только вот это потрачу, ладно. Потом еще. Так, ну сейчас сначала посмотрим. Во-первых, еще в плане что есть. Каждый день вы получаете маленькую коробочку, вот эту, раз. Сейчас посмотрим, что получили. Нифига себе, куда он залез уже. Обалдеть. Так, это... Ну, короче, не густо, но 2347 кубков он залез. Как так? Я охренею. Так,
какие у тебя перчатки. Так, я тоже хочу так высоко залезть. Фу, потому что, ну, смотрите, 2000. Либо он ложится, я не знаю, будем, может, лежим. Ну, посмотрим, что он там скажет. Он в чем-то. О, колец. А, нет, еще не здесь. О, да, ну, он дёрт вылезет. Так, ладно, я посмотрю, что мы получим. Так, ну, у меня уже была мега, а, ну, вот, видите, я получил жопу, которая с цветком, ну, на самом деле, тоже найс. Я даже думаю, джаб, наверное, поставить опять, или что тут, ну, не знаю, это что у нас. Это скорость атак 11, переход, рефлекс, переход, рефлекс 60. Так, а у меня тут сколько? Там 60, здесь вот 138, понятно, короче говоря, что не надо тут тогда. Тогда, ну тогда мы туда и оставим. Сейчас это обновим тоже сразу. Так вот, уху, нифига себе. Джаб тоже. Хотя здесь это, с этой с пчелой, блин. Пчела, она, короче, типа, блин. Ладно, отдадим, хрен с ним, не будем. Будем качать пока что есть. Так. Так, ну да, мы как раз ее и поставим. Привык пока без всего играть, потому что, ну, как-то так нормально получается. И вот у меня апперкот синенький стал тоже необычный. Так, что тут? Так, вот апперкоты тогда тоже апгрейдим. Так, где он тут? Вот. Уху, вообще красота, нифига себе. И вот это, да, тоже. Сейчас посмотрю, сколько он там. Сколько у него тут. Так, у меня здесь джаб. 60 скорость, а апперкот 60. А тут у нас... где он? А, вот он. А здесь апперкот скорость 30. А здесь 60. Ну, конечно, какой смысл от этого тогда? Тогда это надо отгрейдить дальше. Апперкот. Нормально. Так, дальше что тут у нас еще здесь? Хук. Надо его тоже отгрейдить. Этот. Ну, не густо, конечно. Совсем не густо. Это одну мегу еще. Дурак. Не хватало ресурсов, я потратил 23 монеты. Обалдеть. Да уж. Так, ладно, не будем больше пока ничего тратить. Мне бы все отдадим сейчас туда, склон тогда уж. А нет, подождите, еще же штаны появились какие-то. А не, ничего крутого. Так, сколько? 20. Вот как раз две. А можно его? Можно. 6 надо. Ладно, пока не будем. Так, отдаем все, короче, в клан тогда. Так, тут что-то нам появилось, надо забрать. О, 22 тысячи, 13, нормально. Так, и как видите, я здесь сменил, короче, этот общий фон. Теперь я в кафешке сижу. До этого я там где-то на этом сидел, на подоконнике, на пленой этот, который... Забыл, короче, как называется. Ладно, суть не в этом. Поехали дальше. Так, отдадим сейчас клан сначала, да? Потому что очень много чего вкусного появилось. Ну ладно, все, пока денег все равно нет. Так. А еще я могу это отдать. Хорошо. Того я отдал, сколько уже? 280. Я на... не четвертом месте. Да, не густо. Ну ладно, давайте уже начнем играть, а то прям идет, мне как раз надо потом скинуть. Я, короче, это, почему не стал, почему сейчас забил на пару дней, помимо того, что у меня как бы интернета не было хорошего. Стал сериал смотреть.
про космос. Хотел сначала фильм начать опять выкладывать с этим про космос. Потом, ну, тематики, чтобы разные были. Ну и вот я подпишу. Так вот, все, красавчик. О, красота какая. Отлично. Еще я что заметил, помимо того, что можно играть без медового как бы удара, еще оказывается можно, ну не то, что оказывается, вас увидите. Промазал, отлично. Вот один раз его бьешь, он, короче, начинает ударять. И, ну, сейчас не получилось. Ой, блин, я эти закончил, да? Короче, раз ударил, он как бы автоматически на вас нападает. Поэтому, знаете, что, сбежал одного удара. Может, даже был бы хуже. То есть один раз его ударяете, он как бы против бота вы играете. И получается, он атакует вас. Еще раз. Жил, потом раз. Удар. Просто если долго ждешь, хранит, он может ударить. А так, раз, раз, все. Так. Сейчас он хочет. Блин, а, нормально, промазываю. Ну ладно, я сейчас, конечно, попал у меня. Блин, опять попал. Вот, короче, сейчас опять умрет. Все, что ли? О, блин. Включил, чтобы клик нормально. А надо же открывать что-то, О, как раз последний раз остался, откроем ежедневный ящик. Чего, мне этих не хватает, да? Блин. Ладно, сейчас тогда найдем, потом же там какой-то. Так, тут надо нам не нужны. Вот этот код. И тут как бы у него вид стоит это. Ну, лучше шанс там, ну ладно, давай попробуем. Как он долез до 2000, я не знаю. Так. Нормально, сейчас вот так удар ставишь. Видишь? Не гонял, ты себя. Отлично. Как по мордасам. У меня же джаб стоит. То есть у меня и джаб есть, и поэтому я могу и так бить хорошо. И просто когда. Ну вот тут не так. А вот, ну ладно, сейчас получилось. Хоп, когда. Вот так вот. Так что, блин, я и могу и так, поэтому супер удар, как бы, просто от них отворачиваюсь и нормально. Вот, блин, опять ему время спасло. Это какой был, второй или первый? А, первый был, сейчас будет второй. Нормально. Раунд ту. Ага, прям тебе большой. Так. Сейчас опять. Так. Эх, не успел оторваться. Ну ладно. Ничего, мы его так и сделаем. Просто один раз гносяр уже помер сразу. Все равно встает. Ладно. Раз. И. А, нет. Блин, звонок. Вроде друг. Пока отклонить пока. Не могу. Занят. Записываю ролик. Вроде друг. Что хотел-то? О, победил. Отлично. Так, мы сейчас как раз откроем. А, реклама, блин, сейчас. Пришлось ответить, два раза звонил. Так, ладно, это я хочу что сказать-то. У меня, кажется, еще один ящик ежедневный, блин. То есть надо набирать. Видео большое получается. Поэтому я, наверное, сейчас его закончу. Это будет как бы первая часть.
Это была первая часть для того, чтобы как бы суть есть, вступление в клан или нет. И я вам ответил, да, есть. И если хотите, вступайте в наш, потому что вот на самом деле парни донатят, блин, и то есть... Ну, то есть, те вещи, которые получают, они вносят в клан, то есть не жмоты, поэтому нормально все вот с этим кланом. Самое главное тоже не быть жмотным. Так, ну, что еще можно сказать? А, ну все, короче, заканчивается на этом у меня первая часть, и вторую часть я как раз буду делать на следующую. И опять мой набор как раз кубков, и ящик откроем опять. И посмотрим то, что я сейчас уже получил, просто использовал. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду стараться выкладывать в день хотя бы по ролику 15, потому что мне сейчас хочется, ну не то, что мне хочется, а я хочу, ну, добить, короче, планку до 2000 роликов себе на канале. Сейчас у меня 1500 с чем-то, ну, короче, с каким-то хвостиком. И вот я хочу 500 роликов добить сейчас до конца лета. И потом уже начать, ну, опять же, наверное, буду добивать их как играми, так и... фильмами, потому что сейчас уже разобрал некоторые тематики, но это в отдельном ролике поговорим на эту тему. Потому что скоро уже 200 подписчиков будет, как ни крути, а это уже большая аудитория, у меня друзей тут столько нету. Так, ладненько, все, закругляюсь. Еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока.